Мы начинаем писать правила, и одним из первых шагов является создание нового типа сил — беспилотных систем вооруженных сил Украины. У нас есть хорошие перспективы достижения победы в войне против Российской Федерации, и мы собираемся добиться этой победы благодаря вам, благодаря вашему интеллекту, благодаря вашему упорству. Благодаря вашим действиям мы можем заменить солдат, находящихся в окопах на линии соприкосновения, роботами и беспилотными системами на всех уровнях — в небе, на земле, на море и под водой. 11 июня Украина предоставила силы беспилотных систем в Киеве. Днем ранее военные объявили о назначении нового командующего. В заявлении Генерального штаба вооруженных сил, опубликованном 10 июня, говорится, что заместитель командующего вооруженными силами Вадим Сухаревский назначен на эту должность приказом министра обороны Рустема Умарова.